Всем привет! С вами Светлана, и сегодня у нас гид по каталогу Faberlic «План покупок». Здесь опять очень много новинок, когда что пробовать, даже не знаю. У нас появляется новая серия Bloom, которую представляет Сати Казанова. И здесь возрастная линейка кремов. Так, вот начинается у нас защита от морщин. Сыворотка, крем ночной, дневной, крем для век. В принципе, цены очень демократичные, вот сами видите. Поэтому попробовать хочется. Вот я бы крем для век какой-нибудь взяла обязательно. Это 35+, как раз желтая линеечка. Энергия жасмина. Я что-нибудь из этой серии возьму обязательно и вам покажу. А вторая серия 45+, красная, это у нас живительный потенциал туберозы, лифтинг эффект. Тоже такие же цены, все приемлемо. И третья линеечка, это омолаживающая сила ириса, сиреневая, очень красивая, 55+. Для каждого возраста как бы свой тип ухода, это здорово. На ароматы Fruity Story, Tropic Story и Cocktail Story, я знаю, очень многие их любят, большая скидка, 249 рублей, если брать два аромата. Дальше у нас очень интересные новиночки для путешествий. Это чемоданы, сумки, всевозможные косметички. Я не буду акцентировать ваше внимание на этом, потому что, ну, я считаю, что это довольно дорого для Faberlic, потому что вот обычный чехол для планшета, да, кладчик 900 рублей, а сумка на пояс аж 2000. А так все очень интересно. На Донна Феличи скидочка хорошая, кто любит этот аромат, тоже при покупке двух, получается желтые ценники. Смотрите, здесь у нас появляется массажер для тела, пока на него нет скидочек, хочется попробовать, многие его хвалят, 1199 вот такой. Я слышала много положительных отзывов на него и обязательно когда-нибудь попробую. Опять у нас на патчи скидочка. Смотрите, если брать две упаковки, это патчи для похудения. По 199 рублей они, это очень хорошая цена. Обычно они дороже. У нас появляется новинка, набор для депиляции. Смотрите, большой и маленький такой, как бы депилятор, не знаю, как это назвать, мне кажется, это по типу наждачной бумаги как-то работает. Вот большой и маленький, наверное, там, у кого есть усики или какие-то мелкие волосики на лице. И этот набор стоит 299 рублей, в принципе, здорово. Но мне нет необходимости покупать, поэтому не буду. А мист для тела. Мне очень нравятся мисты Faberlic. Они хорошо увлажняют, когда выходишь из душа, на тело брызгаешься мистом, аромат сохраняется дольше и увлажнение. Это гораздо удобнее, чем пользоваться кремами, поэтому я обязательно попробую какой-нибудь мист из серии Витамания. Так, что у нас еще интересного? На серию Fleur de Provence хорошие скидочки, желтые ценники. Очень ароматная серия. Так, новиночки у нас все пока без скидок из водостойкой серии. А вот карандаш для глаз или бровей за 159 рублей. Это вообще очень круто. Я обязательно воспользуюсь этой акцией, потому что здесь мой любимый карандаш для бровей. Помадки со скидками. 3D поцелуй по 169. И абсолютный объем. Хорошая помада за 129 рублей. Очень плотное покрытие. И вот у нас есть наборчики. Причем довольно удачные. Обычно тушь как бы кладут не очень хорошую. А здесь объемная тушь, волюм маскара с хорошей кисточкой и перламутровые помадки у нас, миллион переливов, 329 рублей комплект, это замечательная цена. На карандашики для губ и для глаз скидка 179 рублей при покупке двух. Мне очень нравятся стики для губ, для глаз я не пробовала, у них очень хорошее покрытие, средней как бы плотности, кремовая текстура, они довольно хорошо питают губы, в общем, нравится мне гораздо больше даже, чем некоторые помады. Опять у нас скидки на туши, 169 рублей любая. Если вам нравятся такие кисти, я взяла себе силиконовую. Силиконовые здесь не представлены. Так, дальше, девчонки, у нас
на лаки для ногтей малышки по 89 рублей. Причем представлено, я так понимаю, только 4 оттенка. Хорошая цена на кисточку для нанесения консилера. Ее можно и для теней использовать. По 99 рублей они бывают очень-очень редко. А кисти у Faberlic действительно замечательные. Здесь у нас распродажа на некоторые водички на 15 мл по 159 рублей. И наборчики, вот тоже ароматизированный гель для душа и дезодорант. Нравятся мне такие предложения, чтобы оценить по достоинству аромат. Смотрите, любой аромат Faberlic или оранжевый, или розовый, такой редко бывает. Со скидкой 539 рублей. Кто пользуется этими ароматами, очень выгодное предложение. Мужские гели для душа у нас с хорошей скидкой, ароматизированные по 99 рублей. Это хороший презент любимому мужчине, потому что они все изумительно пахнут. И аромат их некоторое время даже держится на теле. И спреи дезодоранты 119, они тоже парфюмированные. На любой, как говорится, вкус и цвет. Дальше хотела акцентировать ваше внимание на новиночки. У нас появляется в серии Weekend очищающая эмульсия. Ухаживает за кожей, мягко защищает ее от макияжа. Благодаря уникальной текстуре трансформеру при нанесении на кожу превращается в нежный тоник. Очень хочется мне попробовать эту эмульсию. Возьму однозначно, потому что серия Weekend мне нравится. Я вот только-только добила крем из этой серии, и он великолепно работает на коже. Он действительно придает коже отдохнувший вид. Это хорошая серия, она мне даже, наверное, нравится гораздо больше, чем новая ICO. На серию Axiology активный спрей 79 рублей. Это хит продаж. Спрей для лица мгновенно охлаждает кожу, повышает тонус, снимает следы усталости, можно наносить поверх макияжа. Это по типу термальной воды. На лето за 79 рублей, тут правда 100 мл, но тем не менее это прекрасно. Я возьму его однозначно. У меня есть схожий спрей другой фирмы, скажем так, и иногда в жару, а у нас уже жара, он спасает. На мою любимую опять же серию Проликсир. Вот такая скидочка. Это у нас интенсивный дневной крем и крем для век. 449 рублей. Хорошее предложение. И маски-патчи по 99 рублей. Тоже давно хочу их попробовать. Наконец-то скидка. Возрастная кожа 40+, Гардерика. Скидочка хорошая. Я не пользовалась этой серией, не могу вам дать отзыв. Но я пробовала маску серии Renovage 50+. Ее я посоветовать вам точно могу. Она крутая, действительно. Лицо после нее на утро просто замечательное. Так что, кому нужны такие возрастные крема, и не обязательно по возрасту, присмотритесь. Я пользуюсь ей раз в неделю и невероятно довольна. Вот такой у нас новенький массажер для лица появляется в этом каталоге. Он нам нужен для того, чтобы, я так думаю, улучшать микроциркуляцию сосудов наших лица и чтобы наши крема воздействовали еще лучше. У меня есть массажер для лица от Faberlic, немного другой, поэтому этот я брать не буду. Цена 599 рублей. Возможно, если будут скидки, есть вероятность, что и его возьму попробовать. Так, дальше на серию Эксперт у нас активный крем-гель антиакне со скидочкой с хорошей 45% по 199 рублей. Серию «Эксперт» никогда не устану хвалить, она просто замечательная. Она действительно справляется с проблемами кожи и лечит. Очищающие полоски по 19 рублей снова. Я возьму, наверное, себе штук 20 точно, девчонки, потому что ну, они прекрасно чистят поры, лучше любой там угольной маски-пленки. Вообще, я ими довольна на все 100%. На серию Вербена скидочки, я до нее тоже никак не доберусь, хотя отзывов много хороших. На Ботанику у нас постоянные скидки от 89 рублей. И опять на масочки тканевые 69, но я больше, честно, не хочу их брать, потому что ну, не нравится мне это лекало. Это так неудобно, даже вот лежать с ней неудобно, проходить я уже молчу. Потому что ну, вот такие куски вот на ушах, вот здесь вот все свисает. Она такая огромная, вот сколько уже было отзывов, и не может компания никак немножко
скорректировать форму лекала в этих масках. Цена, конечно, здорово, 69 рублей, но это так неудобно, что я больше брать не буду. Так, дальше, девчонки, у нас скидочки на серию спа. Очень хорошие предложения и цены. Я тоже эту серию еще не пробовала. И хочу взять шоколадное обертывание для тела и для волос из этой линейки. Если вы пробовали, расскажите вообще, стоит ли, нет. А на Beauty Cafe 79 рублей гели для душа. 4 аромата представлено. Я пробовала грушу и мятный шоколад. Возьму, возможно, вишневый конфитюр или ванильное лакомство, потому что они очень хорошо пенятся, очищают кожу. Мне нравится эта серия. Практически на всю линейку Витамания действуют желтые ценники. Очень бюджетная линейка. И с такими ценами вообще просто замечательно. Так, у нас еще... О, супер! Смотрите, у нас скидочка на средства для интимной гигиены. Я просто обожаю его. Если кто не пользовался из серии «Эксперт» средством для интимной гигиены, оно потрясающее. В его состав входит молочная кислота, и оно так бережно и деликатно ухаживает за кожей, что, ну вот, лучше я, по крайней мере, не пробовала. Скидка на синий освежитель, но освежитель тоже Фаберлик я больше брать не буду. Мне гораздо больше понравился Colgate. Фаберлик, он ядреный. Вот написано тоже для всей семьи, но ребенок у меня, допустим, не может, потому что, ну, мне даже прям все щипит и дерет. Он сильно такой мятный, что, ну, не очень приятно полоскать им полости рта. На серию Салон Кеа ценные масла у нас идет скидочка. Салон Кеа — это хорошая серия, бессульфатные шампуни, которые плохо пенятся, но здорово ухаживают за вашими волосами. На умный кератинчик тоже, но мне больше всего нравится уплотняющая серия. На нее скидочки, к сожалению, нету. Так, дальше, девчонки, что у нас еще интересного в этом каталоге? Так, еще раз хорошая скидочка. Недавно она уже была на детские пасты. Я тогда взяла 3 штуки впрок, и осталась у меня одна, 69 рублей. Пастами от Фаберлик я довольна на все 100%. Тоже возьму штучки 3 в запас обязательно. Хорошая скидка у нас на концентраты пищевые, комплексы бьюти для здоровья волос и ногтей за 479 рублей. Мне нравятся наши концентраты, я пью их с удовольствием и вижу эффект, что самое главное. Так. Серия Дом Фаберлик. У нас хорошая скидка на пятновыводитель, я его возьму обязательно на лето, ну куда же без него, валяемся в траве и постоянно в пятнах. И очень хорошая скидка. Если берем 2 карандаша пятновыводителя, то по 109 рублей каждый. Я их возьму тоже обязательно, так же, как и увлажняющие салфетки для удаления пятен. Потому что летом, ну, одежда просто вот погуляла 2 часа и выкинула. А мыло для кухни любое, по одному же можно брать, не обязательно 2, за 89 рублей. Попробую какой-нибудь новенький аромат, потому что они мне очень нравятся. Они действительно, оно, мыло, устраняет запахи. Неприятно, если вы рыбу чистите, режете, а потом протрете, помоете этим мылом. Все, запах пропадет, можете даже не сомневаться. Освежители воздуха по 99 рублей, это хорошая цена. Освежители водные, безопасные. Ну и одежда, кому интересно. Я одежду Фаберлик тоже не покупаю, редко заказываю, только если в Фаберлик клубе. Бесплатно, за бонусы, это очень приятно все равно. Поэтому есть смысл зарегистрироваться, пока еще действует акция, она скоро кончится. 1000 рублей нам компания дарит на покупки, вы регистрируетесь, делаете заказ на 2000, оплачиваете всего 1. И потрясающих 2 аромата в подарок, мужской и женский, если вы делаете заказ на 2500 рублей. Это очень выгодное предложение. И, по-моему, через каталог, уже в следующем каталоге после этого уже не будет такого предложения, поэтому успевайтесь им воспользоваться. Ссылку на регистрацию я оставлю под видео. Проходите, смело регистрируйтесь, там никакие паспортные данные не нужны, это вовсе не страшно. Заказывайте то, что вам нравится, и то, что вы любите. Ну, а с вами была Светлана, спасибо, что были со мной. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр, всем пока-пока.